Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Чё, мальчики, думаете, что это подарки на 23 февраля? А вот и не угадали. Это целая коллекция, которая будет скоро из чешуек лилий. Вы прекрасно понимаете, я уже вам все показала, как это чешуевание происходит. И, конечно, вот пакеты, надутые воздухом, не просто так. Там должно быть и влажно, должна быть питательная почва и обязательно воздух. То есть кислород необходим. Если вот как в этом пакете сдувается все время, значит пакет дырявый, надо переложить в другой, который будет себя вести адекватно. Воздушное пространство там должно быть однозначно. Я вам хочу просто показать, как происходит процесс нарастания вот сначала каллуса или каллюса, таких наплывов на краю чешуйки, а потом оттуда появляются маленькие такие белые луковички. Ну, просто чудо! Вот смотришь на этот вот, да, наплыв уже появившийся и думаешь, да господи ты, боже мой, как из ничего рождается что-то. Причем это будет такое красивое, так даже придумать нельзя человеку. Видите, здесь уже каллюс образовался, на макушечке появляются маленькие белые луковички. Но вот на этих вот чешуйках их будет гораздо лучше видно. Посмотрите, вот они, вон. И здесь, вот каждая чешуйка способна дать вам до 30 штук. Вот представьте себе, до 30 штук. Так может уже мы не будем тратить бешеные деньги для того, чтобы красота в саду была. Вот они, эта луковичка уже определилась, это появляется, здесь еще две. Вот, понимаете, их вот так вот не видно, ну, как бы оттяните, чтобы вы видели эти белые наростики и с этой стороны, и с этой стороны. И в каждом пакете, конечно, я снимала по одной-две чешуйки, и я не рекомендую снимать по 5 штук. Луковичка у вас цвести вряд ли будет, ей тяжело. Это ведь питательные вещества для ее цветоноса. И вы как-то не очень меня слушали, потому что те комментарии, которые вы мне написали, там есть и такие, да, я бабахнула 5 штук от луковицы, и слава богу. Нет, когда, конечно, вот такая луковица, можно и 5 снять. Но продают-то такие, знаете как, раз в год только, и то великое счастье. Значит, что сейчас нужно делать вот с этими пакетами? Вы должны следить за тем, чтобы там было влажно. Видите конденсат, да? То есть, если вы видите, что в пакете конденсата нет, тут есть, открываете его, опрыскиваете, завязываете, надувая все-таки туда воздух. Вот так должно быть. И убрать в темное место при постоянной комнатной температуре. Это все, что требует лилии. А если это коробка у вас, да, хоть от телевизора, какая разница, любая коробка, куда войдут эти пакеты, просто сложите все в коробку, закройте и поставьте куда-нибудь в коридор там. У меня вот за холодильником они стоят. Там темно и комфортно, постоянная температура. Когда придет пора их высаживать в горшочки, вы это все увидите. Здесь нет никакой мудрости, только я хочу просто, ну, может быть, вот я такая суперная, как бабушка говорила, может быть, вот даже назло нашим производителям всего это. Либо они цены снижают, либо мы сами будем это делать. Ну, невозможно купить то, что хочется, а организму приказать нельзя. Да, и таблетки от жадности не продают. А нам хочется все. А мне надо восстановить мою коллекцию лилий. Поэтому я категорически за то, чтобы размножать их. А как всеми остальными способами, вы увидите уже на даче, когда они отрастут, те, которые там. Помните наши прошлогодние? И мы все с ними сделаем правильно. Ну, на этом пока все. Всего доброго и до свидания.